Вот так и будем открывать. Фу! Ты чё, жрал котлеты какие-то? Фу! Короче, я буду еще делать. Алло, открывай. Чуть назад. По-моему, идеально. С чего начинаем? Да, сюда. Сегодня нам редакция подготовила вот такое вот небольшое расследование. Давайте посмотрим, что тут написано. Читать буду с листочка. Некий жизнь Сани взял на обзор вот таких вот два напитка. Решил взять вот таких вот два напитка. Это лимонад лава-лава и клоун кола. Доставай. Вот таких вот два напитка. Автор утверждает, что один напиток стоит 50 рублей. Кстати, стоит это все по 50 рублей. Каждая такая вот бутылочка. Пора экскрокационную камеру открывать. Что у нас тут? Покажи, сделай обзор небольшой. Ну, дорогие наши зрители, телезрители, на ваших глазах сейчас, там будут еще подсъемы, на ваших глазах сейчас вы наблюдаете робо-персик. Это достаточно близкий аналог того, что пил так называемый жизнь Яма. Таким образом получается, что мы достаточно близко подобрались к нему и сейчас будем тестировать сию. Сам этот жизнь Пама. Там же написано. Жизнь Сани. Жизнь Саня. Сани. Он обосрал напиток. Мы же, в свою очередь, будем его защищать, потому что это было необоснованно. Продолжайте, коллега. Включи. Итак, давайте сейчас, друзья, попробуем. Что ж, давайте сейчас, друзья, попробуем. С этих слов он начал открывать крышку данного напитка. Открывай. Открывай. Так, к сожалению, у меня только одна рука рабочая. Как мы можем услышать, дается ему это непросто. Видеоблогер ссылается на то, что у него, к сожалению, одна рука рабочая. Фу, ебать, оно воняет. Оно мочой, блядь, пахнет. И вот делается первый глоток. Пробуем вначале клоун кола. Мы слышим 7 продолжительных причмокиваний перед тем, как сделать еще один глоток. Ну, я считаю, надо делать по глотку уже, пробуй. Доставайте специальное оборудование пробовательное. Ну ты, блядь, 7 причмокиваний, запомнил? По-моему, у меня глаз уже вытекает от запаха. Далее со словами... Далее со словами «Честно, обычная Кока-Кола, ничего необычного не замечаю». «Честно, обычная Кока-Кола, ничего такого не замечаю». Он делает еще один непродолжительный высос жидкости из головки бутылки. Еще один непродолжительный высос из головки бутылки. Ой, боже. Куда ты мне налил столько? Куда? Замечательный напиток. Обратительный. Обычная Кока-Кола. Обычная Кока-Кола. Просто обычная Кока-Кола в новом дизайне. Обычная Кока-Кола в новом дизайне. Так выглядит обычная Кока-Кола. Вот так выглядит обычная Кока-Кола. Вот так. Вот. После чего контентер воспроизводит вскрытие другого объекта. Какого? Другого. С жидкостью. Открывай. Причмокивай жидкостью. Итак, с жидкостью. Супер крутого я не замечаю. Посмотрим тут. Придется. Ура! Причмокивая еще 7 раз, приходит к выводу, что это обычный лимонад. Обычный лимонад. Невероятный вкус. Ничего в них особого нет. Что это?
Что это обычная кока-кола? Что это обычный лимонад? А что это обычная кока-кола? Что это обычный лимонад? Что это лимонад? Что это кока-кола? Что это лимонад? Лимонад. Кока-кола. Это просто два напитка с дорогущей ценой. С этими словами жизнь Яна заканчивает свою пробу. Это просто два напитка с дорогущей ценой. 50? 50. Ну что я могу сказать? Проба персик полностью оправдал наши ожидания. Я не понимаю, почему автор канала «Жизнь» прямо обосрал его. Ну, не конкретно данный напиток, а очень похожий. Вот, это абсолютно было необоснованно. Мы с коллегой вот протестировали, и получилось достаточно неплохо. Так чё, ушёл? Давай, заходи. Я не хочу. Да зайди. Слушай, а он просроченный. Ну, на этом мы, пожалуй, что, будем заканчивать нашу пробу. Давай, выпьем. Фу, я не буду это пить. Я не буду это пить. Ну, ладно тогда. Будем закругляться. Всем пока. Господа, я на кухне. Все, мы не будем больше ничего снимать? Я не знаю. Я выключаю, да?